Две недели житель Хабаровска добивается, чтобы управляющая компания сбила ледяную глыбу, которая свисает с козырька балкона. Нарост образовался из-за того, что кровлю дома вовремя не почистили от снега. В ближайшие дни в Хабаровске ожидается резкое потепление, поэтому не исключено произвольное обрушение льда. С подробностями Арина Солдатенкова. Житель дома 8 по улице Петра Комарова Александр Зуб не знает покоя уже две недели. С тех пор, как на крыше его балкона на 5-м этаже выросла ледяная глыба. Как только обнаружил опасность, сразу позвонил в управляющую компанию. Пообещали принять меры, но до сих пор ничего не сделали. Раньше, предыдущие годы, регулярно вообще убирали и крыши, и сосульки, которые представляют... Видите, сосульки, которые свешиваются с моего балкона и с крыши, они непосредственно направлены, непосредственно на тротуар, вот, по которому ходят люди, причем здесь находятся и магазины, которые посещаются. Александр Зуб также обращался в администрацию города. Там ему сказали, что сбить сосульку мешает автомобили, которые стоят под балконом. Организовать их эвакуацию может только ГИБДД. Версию с машинами подтвердил и человек, который представился слесарем дома управления. Видите, машины стоят. Сегодня пришли, попинали, развернулись и ушли. А в пятницу машин не будет? В четверг будут убирать машины, клеить объявления, предупреждать, перекрывать вот эту часть. О том, что съемочная группа выехала к проблемному дому, журналисты сообщили и в управляющую компанию, и в администрацию Хабаровска. Специалисты мэрии отреагировали оперативно. Они написали везде, ну насколько они нам передали информацию, что они везде прописали, уведомления повесили, в том числе там на стендах и так далее, выдали уведомления собственникам, у которых на балконах висят эти сосульки, поскольку, ну, сами понимаете, никто в жилище зайти не может, гражданина без его согласия письменного, в принципе, согласия. Ну, сейчас, только вот, когда они сейчас найдут всех собственников автотранспортных средств, грубо говоря, разгонят их, тогда начнут проводить работы. Между тем, в ближайшие дни температура в Хабаровске резко повысится. Синоптики обещают, что в пятницу потеплеет до минус 2 градусов. Арина Солдатенкова, Вячеслав Гирич, телеканал «Губерния».